Рекордную партию героина сегодня изъяли сотрудники наркоконтроля. Преступники пытались привезти зелье в Хабаровск в обычной пачке из-под сока. Также сегодня был ликвидирован крупный наркопритон, который превратил жизнь соседей по многоэтажке в настоящий кошмар. Две спецоперации за один день в материале Ирины Смирновой. Это крупнейшая партия наркотиков, изъята на Дальнем Востоке за последние полгода. Запрещенный товар поставщики вывезли сразу из нескольких городов Урала. Но в пункте назначения на железнодорожной станции Хабаровск их ждали не клиенты, а полицейские. Откуда брал наркотик? Я не брал, в магазине покупал сок. Пачка с соком, купленная в обычном магазине, была буквально напичкана героином. Кроме того, поставщики смазали пакеты солидолом, для того, чтобы при проверках на вокзалах запах наркотиков не учуяли служебные собаки. Первая партия перевозилась в тетрапаке из-под сока объемом 2 литра. Вторая партия перевозилась в аудиотехнике и видеоаппаратуре. Значит, общий вес изъятого героина составил около 1 килограмма 600 грамм. Эти кадры были сделаны в тот же день. Полицейские устроили в Хабаровске облаву на наркопритон. Его хозяин уже был осужден за распространение зелья. Но после освобождения мужчина не стал устраиваться на работу. Вместо этого открыл своеобразное кафе. На дому готовил смертельные смеси и тут же угощал клиентов. Сам по себе этот молодой человек является уже, наверное, кошмаром для своих соседей. Потому что дело уже по нему было возбуждено, уже вновь после освобождения за притонное содержание направлено уже в судебные органы. И вот снова проверка, и тут же накрываем их. И поставщики, и распространитель запрещенных средств сами употребляли сильнодействующие вещества. Все подозреваемые сейчас задержаны. По факту сбыта наркотика возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Ирина Смирнова, Вести, Хабаровск.